Заявки на премию подавали разработчики социальных проектов со всего края, но получили ее лишь 7 из них. Например, такие, как патронажная служба для лежачих больных. Я работал врачом-хирургом и видел, как, ну, что лежачим больным никто помочь не может, пожилым видел эту проблему. И хотелось найти какой-то способ решения. И возникла вот такая идея, и начал уже разрабатывать и воплощать в жизнь. Центр «Мой бизнес» организует церемонию награждения не первый год. Традиционно в ней участвуют более 50 соцпроектов. В 2019-м подарком для гостей стал образовательный спектакль «Бизнес. Я и жизнь моя». Во сне к предпринимателю, во сне приходит его бизнес, и бизнесу есть что сказать своему хозяину, своему собственнику. И вот эта вот встреча предпринимателя и своего бизнеса, она очень интересно раскрывает различные аспекты взаимодействия в этих отношениях. Но это были еще не все полезные подарки. Лучшие из лучших получили возможность повысить свои компетенции. Мы решили, что лучшей поддержкой социальных предпринимателей в данном случае будет образовательная. Это сертификат на образовательный курс в хорошем учебном заведении. Образовательный курс, посвященный тоже развитию предпринимательских навыков. По словам организаторов, в этом году заявок на участие было много. Творить добро становится модным, поэтому социальных предпринимателей стараются поддерживать все больше. Полина Жданова, Александр Антропов. День с толком.